Но представьте себе, если девушка воспитывалась в джунглях, как Маугли, то у нее будет стиль там, который присущ животным. А если она воспитывается в правильном месте, с дизайнерами, где там ее мама ходит на модные показы, модный шопинг, в таком случае девочке прививается в любом случае стиль. Он складывается из множества картинок. Там увидела, там, тут бурда модна, там что-то посмотрела какие-то. Естественно, из этого складывается чувство вкуса, чувство меры, чувство стиля. Естественно, она сама может. Лучшее образование, говорит Владимир Ленин, это самообразование этого. Но от встреч с модными дизайнерами, у которых есть вкус, стиль, которые привлекают много и клиентов, и людей, Слава Зайцев, там, Юдашкин, такие звезды. У них надо, конечно, учиться. Смотреть передачу «Модный приговор». Да. Как подбирать, читать какие-то книжки, журналы, там, как девочка должна подбирать. Можно иметь стиль. Я вам хочу сказать на примере моей жены. У моей жены прекрасный вкус. Она никакой там не выдающийся дизайнер или модельер.